Каждый день полицейская служба начинается со строевого осмотра. Здесь не только проверяется внешний вид сотрудников, заступивших на охрану правопорядка, исправность техники, но и знакомит личный состав с оперативной обстановкой в районе. В этот раз все было как обычно, но с небольшим дополнением. В смотре принимали участие подразделения Росгвардии. Почти 70 человек приняли участие в городском совместном разводе службы единой дислокации. Росгвардия и полиция выполняют задачи по охране правопорядка на веренной им территории. Служба протекает у них совместно и должна дополнять друг друга. Согласно указанию главка МВД России по Московской области, сегодня у нас проведен на площади общий развод, да, всех наружных нарядов, задействованных в системе единой дислокации. Все было проверено. Я считаю, что люди, те, которые заступили, они достойны вместе сегодня служить. Под звуки марша знаменная группа Росгвардии выносит на площадь государственный флаг Российской Федерации. После доклада и осмотра личного состава и техники оперативный дежурный знакомит с оперативной обстановкой в городе и районе. Получив назначение, личный состав с троем отправляется на 12-часовое дежурство. Вперед! Вперед! Вперед!